Всем привет! Вы на канале Call Gameplay, с вами я, Саня. Продолжаем с того же момента, где остановились в прошлый раз. Значит, начинаем мочить вот этих вот... Забыл, как их там зовут. Здесь тут другие какие-то нарисованы. Так, обычный бой. Обычный бой? Ну, обычный бой это подразумевает победу по картам. Так, хорошая... ХЗ. То, что надо. Так. Так. Так, 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 так. Да, блин. Не, ну это неплохая, конечно. Перебирал, перебирал, все равно. Вот, Накер, точно думаю. Как же его зовут? Так, Накер. В начале каждого хода призывайте Накера. Хорошо. Ну давай начнем призывать Накера. Будем потихоньку его полупать. Это хоть карта у меня стреляющая, вообще ништяк. Так. Ну, это нам, в принципе, только разве что для арбалетчиков. Давай. Вызывай. Как тебе такое, Илон Маск? Атакующих у меня мало. Но... Так. Держи! Призывай Накеров еще. Каждого нового. Фига себе, это сколько вызвал. Хорошо, что я весь ряд поджег. О, красава, пошла реакция. Сейчас мы ему всех накидываем. Так, ну надо не забывать про следующий раунд. Вперед! Марш! Я думаю, пас. Все, он не наберет. Даже если наберет, то много карт выбрал. О, то, что надо. Брось у нас вот этого бы сыграть. Так, ладно, мы его сделаем. Давай сначала вот так. Опять накид. Так, ладно, раз накеры. Скажи, что шутишь. Да блин, ну ладно. Ну иду я, иду. Так, ладно, поджечь ряд не получилось. У меня-то уж нету сил. Что надо? Ну, может быть, рано стрелять, конечно, может, надо было еще. Сейчас мы еще повызывать, конечно же.
не забыл, что две карты. Ну, с нуля какие карты, конечно. Две карты. Так, нам нужен вот этот. И... Ну, либо ее же вернуть. Вроде чем-то пахнет. Да, пахнет. Хорошо подгорает. Так. Чем проща хороша, ее спрятать легко. Так. Так, этого пока не будем трогать. Будем надеяться, что они его не потрогают. Так, понятно. Гневец, да, прекрасно. От севы и до жнива не каждому быть живу. Так, на пятеру можно пробить. Ладно, пока придержу все-таки. Вот, мы эти карты потом переместим сюда. Помрет, скорее всего. Две единицы. Нормально, кстати, долбит. Так. Лирия! На шестеру. Ну вот. Так. Если три карты переместить в огонь сейчас. Ай! Десятку. Ну, вряд ли он наберет 70-ку, даже если у него по 10 там карт. Даже по 4 он не наберет, мне кажется. Если, конечно, откуда не будет призывать. Четко. Четко в клюв. Так. Батюшка, с юга надвигается черный, они уже заняли пограничные укрепления в Велкарте и Лютине. Так. Понятно. Деревушку маленькую разграбили. Собаки бешеные. Так. Так, это у нас что получается? Это мы здесь прошлись. А ну, что-нибудь мы можем там построить что-нибудь? Лирия, проводник. Ух ты, какие-то интересные карты.
Надо брать. Волчья яма. Размещение. Нанесите по 2 единицы урона всем отрядам в этом ряду. Каждый раз, когда в этом ряду появляется отряд, наносите ему 2 единицы урона. Интересно. Лилия-проводник. Полевая подмога. Очистите вашу сторону от всех эффектов. После 3 ходов в начале хода возьмите верхнюю карту из вашей колоды. Прикольно. Тоже неплохая штука, интересная. Так, здесь что? А, ну это то, что карты появились. Думаю, что оно горит. Так, хорошо. Ой, блин. На правую кнопку карта. Так, здесь какой-то лагерь. Набрать солдатиков можно. О. Видел ли кто Немоя? Он из лесной воли ехал. Дня 3 уже как должен быть. Лирийцы добрались до древнего, наполовину засохшего бука с переплетенными корнями. Его ствол был сплошь обит мелко исписанными бумажками. Вокруг толклись люди, босые беженцы, исхудавшие... Мэва решила соблюсти осторожность. Она разбила лагерь на ближайшей поляне и послала... Лирийцы нашли тело лазутчика в лесу, в нескольких стае от дерева странников. На трупе были видны следы долгих и жестоких пыток. Мэва могла лишь на... И что? А в Кривом Роге, говорят, с белками торгуют. В Кривом Роге у нас тут. То есть, типа, продать ему дерево. А давай. Прям нормально. Так, что здесь? Ага, головоломочка опять. Интересное место. Все это очень интересно. Мы идем к какому-то поселку. Кстати, а сейчас мы не можем ничего еще там построить. Штаб командования. Уменьшает стоимость создания отрядов за золото на 10%. Блин, ну за косарь как бы. 1500, 2500 дерева, нифига себе. Ничего нет. Ой. Отступив в пределы Айдирна, Мэва велела разбить лагерь. Она хотела наметить дальнейший маршрут вместе с Черной Райлой, знавшей... Повторяю в последний раз. Как старший по званию офицер, я приказываю... Не то что. Велишь упасть, отжаться? Что здесь происходит? Госпожа, я хотел воспользоваться этой остановкой. Ходить. Маневрировать, Гаскон. А это большая разница. Сейчас мы должны учить солдат расставлять ловушки, заметать следы, а не маршировать под барабанчик. Здор! В армии должна быть дисциплина, иначе можно забыть о тактике и планировании. С этим мы все согласны. А раз здесь командую я, то приказываю вам... Наши ресурсы ограничены. Мы не сделаем всего сразу. Что это была за вставка, непонятно. Так, типа, выбор сделать какой-то. Так. Тут было сохранение. Это уже подозрительно.
неделю должны были жертву начать. А теперь на полях. Жатву начать уже вам тут не варит. Ух ты, на той стороне сундучок. Мы тебя видим. Жителям деревни Шумерады предписывается покинуть населенный пункт до сумерек. Так, сундучок-то отметился? О, отметился, ну. Потом туда придем. Так. Ага. Вот что здесь за головоломка. Опять альгули здесь эти. Так, давайте штуку заберем. Так, это забираем. Так, нильфгаардцы. Блин, опасно. Стопудово они сразу нападают, наверное. Так. Что ж делать? Либо идти головоломку помучить. Ну, давайте, наверное, попробуем с головоломкой разобраться. Сейчас так сохранимся. Блин, атакующих отрядов еще мало. Для этого хоть баланс какой-то. Убейте всех врагов. С моими лоховыми. А, здесь же головоломка. Особое правило. Так. Уничтожить сильнейший отряд. Ревия сапер. Нанесите 2 единицы урона отряду. Так, ну это по-любому вот так, наверное, сразу. Это должно быть сделано. Тебе беспокоиться, наше величество. Делаем как надо. Я тебе покажу, как в рот мочиться. Вот это будет вал, что надо. Копайте, копайте, не болтайте. Так, ну смысл примерно понял. Так, получается, ту карту нельзя сразу использовать. Но если не использовать, блин, он же сильный станет. Отряд справа. Понятно. Я понял. Я покажу, как в рот мочиться! Блин, побери, как будто в рот мочиться. Вот это будет вал, что надо. Я сожрал. Теперь получается мы делаем. Копайте, копайте, не болтайте. Вот так. Нижнего долбить. А это все равно жрет. Потребуется 3 ведра гвоздей. Так. Интересный ход, интересный. Так. И каким образом это сделать в таком случае? Я понял. Он, короче, пусть жрет сколько хочет у этих своих сопляков. А мы должны бить, наверное, ее конкретно. А потом я покажу, как в рот мочиться. Ну, скорее всего, так. Сейчас проверим. Он будет самый сильный. Это будет мало, что надо. Копайте, копайте, не болтайте.
ядра гвоздей. Блин. Так еще хуже получилось. Мне кажется, примерно так должно. Может быть... Может быть, вот тебе успокоиться, ваше величество. Делаем как надо. Одного лопнуть. Я тебе покажу, как в ров мочиться. Блин, ну либо вот этого кошить. Но его бесполезно, потому что он их ест. Верхний отряд из сброса. Ну вот она и живет. А, у нее нифига тут еще и сброс-то какой. Это будет вал, что надо. Блин. Я пока что не очень. Она все равно себя усиливает, эта свинья, блин. Копайте, копайте, не болтайте! И за то, что этот жрет, она себе тоже восполнила. Так, если сразу уничтожить сильнейший, сильнейший у нас вот этот товарищ. Так, а если сделать следующий? Мне потребуется 3 ведра гвоздей. Вот, она стала сильнейшим. То есть мы ее уничтожаем. У него 15. Вот тебе успокоиться, ваше величество. Делаем как надо. Так, этого не уничтожим. Второй уничтожит его и коснет этого. Мне получается смысла, короче, бить вот этих вообще нет. Ну, опять же, видишь, за счет них я покажу, как в ров мочиться. Второй раз стрелять. Вот это будет вал, что надо. Блин, ну почти. Смысл, походу, вот сейчас был правильный. Сейчас было, наверное, отчасти правильно. То есть мы его... Я покажу, как в ров мочиться! Не сильнейшим отрядом. Теперь ее уничтожаем сразу, чтобы она не мешала. Вот, теперь самое интересное. Просто как вот... Каждый наносит по 2, то есть они всего вообще могут 8 нанести. А у той больше. Плюс она еще и восстанавливает. Вот это пока будет вал, вот... что надо. Это непонятно, как же активировать еще. Не болтайте! Не знаю, что даже пока что в голову ничего не идет. Вроде тактика почти правильная, но где-то косяк.
что мы еще не пробовали. Если сразу, то мы этого уничтожим. Понятно. На этих трех мы, получается, тратим все карты. Если... Чего тебе беспокоиться, Ваше Величество? Делаем как надо. Просто, блин, ну он-то, наверное, опаснее. Он на 3 единицы сразу. Они, видишь, всего 6 нанесут в любом случае. То есть уже не хватает. Уже не складывается нифига. Так. Давайте попробуем все-таки. Если вот так сделать. Ой, вот она его сожрала. Он был первым в ее сбросе, а то так у нее по 3, короче. Это хреново. Ну, мы ей 18 никак не... Короче, по сути, они оба по 3, короче. Но у этого ограниченный запас, у той не ограниченный. Кого тебе беспокоиться, Ваше Величество? Делаем как надо. Так, если... Если бы она не пополняла жизнь, то нам 8 как раз хватает. Ну да, не хватает. Но она же пополняет за то, что вот он сожрал, а она тоже пополняет. Или что-то там. Плюс один у нее постоянно. Да. Так. Я тебе покажу, как у нас мочиться! То есть, как бы... Этих мы оставляем, короче, на него. Вот это будет вал, что надо. Это, конечно, сожрет. Вот сейчас как раз он еще одну... Копайте, копайте, не болтайте! Скавает. Ну, а толку? Толку. Получается, нифига, все равно. Копайте, копайте, не болтайте. Типа вот так вот. Нет, требуется 3 ведра гвоздей. Ну, таким образом, хотя бы можно. Так. Этот пока сильнее получается. Так, если... Кого тебе беспокоиться, Ваше Величество? Делаем как надо. Так. Она тоже там жрет этих постоянно. Я тебе покажу, как урод мочится! Если его на двоечку опустить... Так, если его... У него будет 15. Или отряды. Надо сделать, чтобы у них было равное количество очков. Понял?
них должно быть одинаково, и тогда они оба улетят. Все, я понял. Теперь главное сделать это. Так. Вот это будет вал, что надо. Я понял. Так. Копайте, копайте, не болтайте. Вот, у него 17. Мне потребуется 3 ведра гвоздей. Вот, все. Что тебе беспокоится, ваше величество? Делаем как надо. Так, давайте лагеря посмотрим. Так, ну что ж, надо попробовать. Так, госпожа! Мэва услышала за спиной голос Рейнарда. Вернулся разведчик. Говорит, у него срочные вести. Королева придержала коня и дождалась, пока солдат с ней поравняется. Тот без лишних церемоний перешел к делу. Ваше Величество! Согласна. Такой возможно. Ну что ж, давайте попробуем. Найдите ловушку. Так, кто нам нужен в этой битве, я пока даже и не знаю. Нам надо загнать их в ловушку! За мной! Так, что значит найти ловушку? Так. Чем проще, хороша, ее спрятать легко. Так. Орде! Так.
Так, ну этот-то не уничтожится. У этих меньше. Можно, короче, поджечь, наверное. Можно, наверное, поджечь, я думаю. Моя жизнь теперь принадлежит мне. Держи! Мудрый выбор. Так, и вторым. Поджигаем. Вроде чем-то пахнет. Ваше Величество, мы уже близко. Раз, два, три, четыре, пять. Дувиан и Глоер! То есть сейчас мы броньку ему снимем. Вы не слишком-то спешили. Я уж подумал, вы забыли обо... Вперед! Никто не уйдет! Найдите ловушку. Так и не понял, что же найти ловушку. Альва! Найдите ловушку. Укажите мне цель. Блин, мало, конечно. Ну ладно. В погоню! Но думает он долго, что-то продумывает свои мысли. Снова на фронт. Осталось две карты. Тише ты. Две карты. Вдруг плиту услышит. Пока не ясно. Так. Этого сюда можно. Так, он снимет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, девять. Так. Ну, арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Здесь 12, конечно. Как бы... Исполняется житухи. Эти и так выберут. Рахшайз! Инфе! Четверку поставим. Так, это за приказ исполняет, пока, значит, мы... Пока мы пропускаем. Надо было слухать мою бабу. Сейчас
Так, а что еще? Еще он не все, блин. Так. Ладно. Деньги не пахнут, неважно, сколько их. Ну, все, я не знаю, где там найти ловушку. Караван наш, господин. Ну, мы победили, просто было давно. План удался. Нильфгаардцы были разгромлены. Как только пыль после битвы улеглась, Мэва приказала расковать узников. Оказалось, что это айдирнские крестьяне. В какие дома, госпожа? Спросил один из крестьян, сдерживая слезы. Черные отобрали у нас землю, ничего у нас нет. Даже... Я атаковала этот караван, надеясь, что стану богаче. Начала королева. Вместо этого у меня лишь при... Ну ладно, хоть что-то да прибавилось, все равно получилось. Так, а здесь что-то было еще вверху. Да, вот тут забрать можно было. Давайте заберем вот это вот. А ну, по берегу пройдемся. Ух ты. Там кто летает. Ну, смотри, головоломочка нас ждет, походу. Или просто битва. Непонятно. Так, здесь все на этой территории получается. Мы здесь-то были? Что-то я... запамятовал. Ага, вот здесь-то мы как раз не обыскали. Ну, тут... тут ничего. Так, а что мы можем сделать? Учебный плац. Серый гонец. После того, как другой дружественный отряд будет сыгран из руки или перемещен другой ряд, переместите к нему этот ряд, усилите его на одну единицу. Интересно. Ловушки. А, это типа усиливает, ага. И это тоже вот усиливает нормально так. И саперов можно тут нанимать. Так, ну давайте. Кассиньер. Ну тут вот только серый гонец интересен. Королевский. А, вот, здесь можно и еще одно украшение сделать. Ну, не знаю, есть смысл, нет. В принципе... А давайте. Почему нет? Теперь поставим. Так, а что у нас из такого есть? Исцелите все дружественные отряды и усилите на единицу. Ну, может, вот такое? Эльфа-луковый суп. Так. Здесь что? А, ну-ка. У меня больше не стало, ничего не увеличилось. Нет. Ну, в принципе, более-менее колода. Можно как бы ей, так сказать, и... балансировать, короче. Тут уже гарнизон, походу, нильфгаардский. Собираем. Слышали, что Трогер открыл ворота перед черными? Без боя сдались. Вот засранцы какие.
Так, ну... Что нам здесь можно еще? Либо сходить... А, смотри-ка, мы сюда-то, получается, не сходим. Да, это с территории города, вот эта битва. Причем битва просто битва. Так, ладно, давайте сохранимся. Деревенским методом. Давайте попробуем напасть, посмотреть, что это за... Когда отряд Мэвы приближался к Трагиру, королева сразу обратила внимание на черные знамена, развивающиеся над чистоколом. Ворота открыты. Видимо, черные не ожидают атаки. Мэва атаковать. Ненавидел. Что делать? Будем атаковать. Так, совет. Атакуйте более слабые отряды. Интересный совет. А, здесь короткий бой. Атакуйте. Было бы еще чем атаковать. Так. Это есть. Ну, вот это неплохо. Вот это нафиг. Так, вот это неплохо. Вот это нет. Нет. Черные вот. Чувствуют себя хотя здесь, как так. Дома. Покажем им, что они ошибаются. Так, мы выводим этого. Хотя она была наверху. Ну ладно. Так, усилим сразу, а то мало ли. Это наверняка важный урок. Но вот такой. Это что он сейчас сделал? Рекрут. Усильте эту карту на 6 единиц, добавьте ей стойкость после того, как появляется дружественный отряд. Ага, нифига ты. Оборзел, собака. Сейчас будет больно. На, держи, усиливай там все. Автоматически. 101, 102, 103. Никаких следов борьбы. Эти ублюдки должны... Берегите головы! Сделаем вам красиво. О. Мудрый выбор. А, блин, получается, у кого бронька не выжигает, да, вроде как? Ладно, сейчас. Так, давай сюда. За Ривию! В принципе, будет достаточно. Мы сейчас делаем вот, вот так, во-первых. Как я попал одному сапогу в глаз 20 шагов? Вот. А теперь вот так. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Так, что-то он пока сильных, смотрю, никого не выводит. Ладно, мы тоже пока не будем. Да. Будем просто ждать, пока они сами выжгут себя. Сейчас. Слава великому солнцу! Вот. Нифига себе. Чемпион, блин. Охренеть. Так. Чемпион. Чемпион. Так, атаковать кого-то сильного. Так, давайте попробуем вот это. Так, сыграйте копию этого отряда из вашей колоды. А у меня нету такого. Силу каждого. Так, давайте-ка вот этого вызовем. Вот сюда. Ему добавим. Плюс мы еще вот так сделаем. Так, конец хода.
Просто я жду, когда он выведет еще сильнее. Видишь, под конец. Какое там заклятие? Вывел сильного, но, блин, уже вывел его, конечно, под конец. Лирия! О, почему в него не можем стрелять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На 25%. Херак. Понял? Как оно, Михалыч? Так, ну ты тогда давай стреляй. Тише ты. Вдруг политрук услышит. Больше, тем проще попасть. Горит все равно везде. Пофиг, куда перемещать. Да. Рахшайс! Винтве! Винтве! Снова на фронт. Ему уже не поможет. Даже это. Сражение выиграно. Сражение выиграно. Битва за Трагир закончилась, под Мэва размышляла. Так, как быть со стариком? Похвалить его за проницательность и беспокойство о судьбе жителей или судить за новость трус? Да, не предатели, все до одного. Ничего странного, что город выглядит нетронутым. Должно быть, открыли перед недугарцами ворота, а теперь хотят еще, чтобы мы оставили им награбленное золото. После минутного колебания Мэва приказала солдатам по... Да. Нечему тут радоваться. Того и гляди, черные вернутся. Ага, так, это ж мы вышли к этой бабе. Так, а что-то здесь еще есть? А, ну возле нее есть еще, забрать можно. Так, давайте в лагерь, посмотрим, что у нас тут. Стоимость создания. Так, а учебный плац, ну блин, тут 3000, конечно, дофига. И здесь тоже вот эти вот прям интересные карты. 1500, но дерево надо 2500 прям. Угу. Так, ладно, сохраняемся. Так, ну что ж, ребят, на этом, наверное, сегодня наша серия будет закончена. Жду вас на следующем видосике. Не забывайте лайкнуть, подписаться. Благодарю всех за просмотр. Всем пока.